Звезда шоу-бизнеса и известный британский поп-исполнитель Робби Уильямс написал в своем блоге, что в его жизни начинаются серьезные перемены. В частности, певец прокомментировал композицию «Bodies», в которой отрицал, что Иисус Христос умер за людей. «Мои мысли и чувства меняются», — подчеркнул певец. И во время следующего своего тура он хочет изменить в песне слова на «Иисус воистину умер за вас». «Не я нашел Бога, но, скорее всего, Он нашел меня», — пишет Робби, уверяя, что тяжелая борьба с депрессией изменила его отношение к жизни. «Мне уже 40 лет, и у меня нет времени относиться к своей жизни так, как когда-то. Эта перемена является даром в моей жизни», — заявил певец.